Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Колея, да. Круг передним задним ходом. Парковка. Водитель маршрутного такси «Шалбаножек» сегодня первым выехал на полигон конкурса «Лучший водитель». Круговое движение задним и передним ходом, парковка, змейка всего. Ему предстоит за 10 минут пройти 10 элементов. Сегодня ко дню работников автотранспорта на полигоне Кызылского автотранспортного техникума выявляли лучшего водителя среди шоферов автобусов ПАЗ и «Газелей». К сожалению, «Шалбаножек», а большая часть драгоценного времени ушло на круге. Водитель не успел доехать до стоп-линии. Я вот неожиданно, так-то я вот сюда попал в соревнование, так пошел без тренировок. Даже не знал, вот по определенному времени-то. Я вот поэтому я тихонько ехал, а время-то засекло. Ну, если знал бы, чуть побыстрее проехал бы все это. Между тем, за каждым участником строго следит главный судья конкурса. Любой неправильный маневр может повлечь штрафные секунды. Медленно, очень медленно. Задние колеса идут далеко от внутренних стоек, поэтому он уже все не вписывается. Он, видите, задел стойку? Он задел стойку. То есть он неправильно выбрал маршрут движения, то есть траекторию движения. Поэтому у него... ничего не получается. Второй участник Александр Кулер проехал все этапы за 5 минут и 30 секунд. Говорит, что своим результатом вполне доволен, но добавляет, что могло бы быть и лучше. Так-то нормально все было, только круг узкий для базика. Все остальное все нормально. Так-то довольно. Просто на чужом автобусе тоже неудобно, видите, сцепление не то. Газ не то. Стоит отметить, что все участники были разделены на две группы, на водителей пазиков и газелей. Свое водительское мастерство сегодня решили проверить более 20 шоферов маршрутных такси «Кызыла». Региональная кадастровая палата сообщает о том, как обезопасить свое недвижимое имущество от мошеннических действий. Для этого можно подать заявление в Росреестр. В заявлении необходимо указать, что сделки с принадлежащим собственнику имущества могут производиться только при его личном участии. Запись о невозможности государственной регистрации прав, ограничении прав, обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника вносится в Единый государственный реестр недвижимости. Наличие записи в реестре недвижимости является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом. Срок внесения записи в реестр недвижимости не более 5 рабочих дней со дня приема органам регистрации прав соответствующего заявления. Собственник недвижимого имущества или его законный представитель может, во-первых, подать заявление через МФЦ, другой способ – воспользоваться личным кабинетом правообладателя на сайте Росреестра. При этом документ в электронном виде необходимо заверить электронной подписью, которую можно получить в удостоверяющем центре кадастровой палаты. Союз молодежи Тувы проведет акцию «Капсула времени», которая состоится 28 октября в 12:30 у памятника красным партизанам. 50 лет назад комсомольцы Тувы замуровали свое послание у памятника. Напомним, местные комсомольцы написали послание следующим поколениям. В рамках мероприятий, посвященных 50-летию образования в ЛКСМ, «Капсулу времени», папку с текстом поместили в контейнер и забетонировали. Было решено, что написанное извлекут и прочтут спустя полвека. Так молодежь 21 века – не нарушая данную традицию, замурует свое послание своим потомкам. Вскроет его через 50 лет, в 2068 году, 28 октября. 24 октября состоялось заседание нового состава топономической комиссии, на которое было рассмотрено ходатайство главы Тувы Шалбана Карола об увековечивании памяти трагически погибшего при несении службы по охране общественного порядка участкового уполномоченного города Кызыла Сендеола Чаяна Вадимовича. Комиссии было принято решение об увековечивании его памяти в форме присвоения имени одной из улиц Кызыла. Материалы комиссии направлены в Урал представителей для принятия решения. Так, сегодня на внеочередном заседании депутатов Урала представителя выбрана улица, которая в будущем будет носить имя участкового уполномоченного Чаяна Сендеола.
Евростат зафиксировал повышение средних цен на бензин в России за неделю с 15 по 21 октября. По данным еженедельного мониторинга цен, который проводится на тысячи заправок в столицах субъектах России, в 45 регионах цены на бензин выросли в среднем на 5 копеек. Цена дизельного топлива выросла на 14 копеек. В некоторых регионах рост цен оказался гораздо более значительным. Так, в Чите он составил 1 рубль 39 копеек, в Ханты-Мансийске 83 копейки, в Кызыле и Благовещенске 75 и 75 копеек соответственно. В России выросли в среднем на 0,4% на дизельное топливо, на 0,8%. По сравнению с декабрем прошлого года бензин в стране стал дороже на 9%, а дизель на 10%. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 75 копеек, евро 74 рубля 98 копеек. Первый снег уже выпал, а это значит самое время приобрести красивую и стильную шубку для предстоящей зимы. Чтобы было тепло и согревало даже при минус 40. Вот основные пожелания кызыльских модниц. И новая коллекция от известной ярмарки меховых изделий «Зимняя сказка» призвана воплотить все мечты об идеальной шубке. Морозом нет, стилю и теплу – да. Открывшаяся в торговом доме ЦУМ выставка «Зимняя сказка» представит целый модный арсенал шуб из самого разнообразного меха. Норка, мутон, нутрия, енот, кролик, рекс и не только. А специально для жительниц Республики Тува кировская фабрика выпустила новую утепленную коллекцию шуб. Размерный ряд ассортимента от 40 до 62. Производитель уверяет, от такого количества качества ничуть не пострадало. Ведь именно высокое качество – первое, на что смотрят покупатели. Все изделия на выставке сертифицированы. Удивляет выставка и новыми расцветками меха. Фуксия для тех, кто любит выделяться и быть заметным. Королевский синий для истинных ценителей трендов 2018 года. Цвет пудра для самых нежных красавиц. Норка – махагон для любительниц классики. Графит для тех, кто верен блэк-стилю. Все представленные меховые изделия на нашей выставке российского производства отшиваются с соблюдением всех требований и сопровождаются как чипированием, так и сертификацией. Плюс мы даем гарантию 2 года. Любую шубку у нас можно приобрести в рассрочку на год без переплаты. Первый взнос не обязателен. Также есть наличный расчет и безналичный расчет. На все изделия мы даем гарантию 2 года. Померить шубку, сделать выбор, приобрести подходящую обновку в гардероб можно с 26 по 28 октября. Торговый дом ЦУМ, улица Тувинских добровольцев, 22, цокольный этаж. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите новую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белка, Вятские меха. С 26 октября по 1 ноября в ТЦ ЦУМ. В честь дня компании «Тыва Связь Информа» разыграет 20 призов, в том числе годовое бесплатное пользование всех подключенных услуг связи в подарок. Подробно об условиях розыгрыша на сайте www.tuva.ru. «Тыва Связь Информ» – твоя республика, твой оператор. Срок акции с 19 октября по 29 октября 2018 года. В «Гарро» есть все. Оборудование. Автосервисная, шиномонтажная, компрессорная, подъемная, моечная, сварочная, диагностическая. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, пластыри. Гарро. Некрасова, 45, 32, 22, 15. Тува вошла в число победителей федерального конкурса Министерства просвещения России в результате конкурсного отбора региональных программ развития образования, которые направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Республике предоставлена субсидия в 2019 году. В регионе 36 школ с самыми низкими образовательными результатами, выявленными по итогам государственной итоговой аттестации в течение 3 лет. Большинство этих школ располагаются в отдаленных и труднодоступных районах региона, являются малокомплектными и со слабым знанием русского языка ввиду преобладания моноязычной среды общения. В рамках реализации региональной программы планируется разработать и внедрить региональную модель поддержки данных школ в рамках региональных проектов «Эффективный учитель», «Успешный ученик» и «Сетевая школа Республики Тува». Также организовать и провести исследования по выявлению причин, приводящих к низким образовательным результатам обучающихся данных школ, и по этим результатам разработать региональную программу их вывода на эффективный режим функционирования и многое другое.
По данным проектного офиса Министерства здравоохранения Тувы, за 9 месяцев от начала реализации приоритетного проекта «Пути к долголетию» 31 человек избавился от пагубного употребления табака после обращения в кабинеты отказа от курения. Такие кабинеты в рамках проекта открыты практически во всех лечебных учреждениях республики. Всего за этот период в кабинеты отказа от курения обратилось более 1300 пациентов. Сведения медицинских организаций подтверждают анализ, проведенный Министерством экономики республики, согласно которому в Туве наблюдается снижение объемов продажи табачной продукции на 13%. Если за первое полугодие 2017 года продано более 3000 пачек табачных изделий, за аналогичный период 2018 чуть больше 2500 пачек. Сегодня ведущие радиостанции «Голос Азии» разыграли 170 и 30 литров бесплатного бензина от АЗС «Сибпродукт». Условия участия в раздаче бензина были очень простыми. Радиослушателям необходимо было разгадать загадку, которая прозвучала в эфире. Ну что, все выдохнули? Погромче сделали? Мы готовы начинать. Ушки навострили, и так загадка. Центральный главный обелиск, он бронзой в воздухе повис. В загаданном месте участников розыгрыша ждал сотрудник радио, который, в свою очередь, должен был сказать участникам кодовую фразу. Музыка. Чё? Музыка в сердце, бензин в бак. На! Музыка в сердце, бензин в бак. Узнав кодовую фразу «Музыка в сердце, бензин в бак», участникам нужно было доехать до самого места, где их уже ждали сотрудники АЗС «Сибпродукт». Через 10 минут после старта розыгрыша на АЗС уже приехал первый участник. Так, обладателем 100 литров бензина стал Андрей Адык. Первый? Бесплатного бензина. Спасибо. Вручаем вам приз в качестве 100 литров. И от компании «Сибпродукт» вручаем вам подарок молочной продукции. О, спасибо огромное. Поздравляю. Номером 2 приехала Мария Кудрявцева, которая стала счастливой обладательницей 70 литров бесплатного бензина. 30 литров бензина выиграл азиат Андар. По словам участников, загадка была несложной. Главное – хорошо знать город. Ну, розыгрыш проходил в течение месяца. В течение месяца мы тоже я выигрывала 2 раза. Вот, 2 месяца во втором выиграли, да и все. А загадку сложно было? Нет, конечно, легкая же. Про Центаразии, мы же живем в городе Кызыле, все места знаем. Отметим, что полную версию большого розыгрыша от радиостанции «Голос Азии» вы сможете посмотреть сегодня, сразу после выпуска новостей. Роскошная шуба – мечта любой женщины. Вятские меха, компания «Белка» в очередной раз радует жителей нашего города. Вас ждет огромный выбор моделей из роскошной норки, мутона, каракуля. И на этот раз обратите внимание на дизайнерские новинки, которые представлены в потрясающей разнообразной цветовой палитре. От светло-голубого до классического темного. Широкий размерный ряд от 40 до 64 размера. Все изделия компании «Вятские меха Белка» безупречного качества. Чипированы, имеют паспорта. А это гарантия того, что вы приобретаете изделия именно фабричного качества. Приобрести любое изделие можно в рассрочку до 3 лет на выгодных условиях, без первого взноса и переплаты как за наличный, так и безналичный расчет. Кроме того, все покупатели становятся участниками большого розыгрыша немецкого автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января 2019 года. Выставка «Вятские меха Белка» работает с 26 октября по 1 ноября включительно. Торговый дом ЦУМ, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно. По республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -5. Днем +5, +7. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно.